Совет депутатов считает необходимо провести в соответствии с требованиями закона систему оплаты труда муниципальных служащих Куземкинского сельского поселения. Просил прокурора города Кингисеппа проверить законность принятия главой администрации нашего поселения. Вопрос весны 2020 года, в том числе и мной, проверялся привлечением контрольно-счетной палаты. Контрольно-счетная палата. Были на приеме у прокурора Ленинградской области. Скажите, вот ваше мнение и те вопросы, которые вы задавали, и свои чаяния и свои проблемы, как вы думаете, прокурор услышал вас, будет ли какая-то реакция? Вот ваше мнение? Ну, я думаю, прокурор меня услышал, и мои вопросы будут решены положительно. То есть я осталась приемом очень довольна. А скажите, а вообще в чем ваше было обращение, в чем проблема была? Ну, он касался финансовых вопросов администрации Куземкинского сельского поселения. То есть сейчас пройдет проверка, и все будет, я думаю, очень хорошо. Да. Мы очень рады, что мы попали на прием. Спасибо работникам Кингисеппской прокуратуры, которые нам обеспечили этот прием. Так что, конечно, очень жаль. Как вам кажется, будет вам помощь? Услышал ли вас прокурор? Вот ваше мнение от встречи. Да, да, он услышал нас, и он обещал помочь, и плюс еще обеспечить встречу. Да, да, да. То есть, нам предложено съездить в Питер, он предварительно проработает наш вопрос, там, переговорит, назначит встречу, и мы поедем. Да. А скажите, а в чем вообще ваша проблема? Вот с какой проблемой вы пришли к нему? Мы пришли по стене пятого дома, Большой Куземкино, что там постоянная влажность, плесень. Вот. И... А мы, это я приходила по восстановлению школы у нас в поселении, и ремонту школы и восстановлению учебного процесса в школе, чтобы наши детки ходили в свою школу, а не ездили через некоторое расстояние в услужскую школу. Угу. Хотелось, чтобы наши дети учились. Да, не за 20 километров, а вот рядом пришли. Да. Угу.